Готовясь к этому, к этой конференции, которая, как мне кажется, стала важнейшим мероприятием в Украине по продвижению научной коммуникации, я подумала, что на данный момент чрезвычайно актуальной стала проблема вот таких недостаточно настоящих журналов. Много исследователей, с которыми я общалась, жаловались на то, что кто-то их пригласил быстренько опубликоваться там за 40-60 евро, долларов, а потом они обнаруживали, что это вовсе не такой журнал, который им обещали. Оказалось совсем другое, все были разочарованы, расстроены, аттестация или там какой-то отчет не прошел, люди себя чувствовали очень неудобно. Сталкивались ли вы с такими ситуациями? Поднимите, пожалуйста, руки, если кто-то сталкивался. Сталкивались ли вы с жалобами ваших коллег на такие проблемы? Поднимите, пожалуйста, руки, если сталкивались. Ну, не для большинства пока актуальная проблема, но попробую продемонстрировать какие-то кейсы, как мы можем это увидеть, чтобы... Предлагаю вот это как модель явления, о котором мы говорим. Мы можем рассматривать вот этот остров с разных позиций. Мы можем рассматривать его с высоты птичьего полета, да, когда все видно. Это позиция международного научного сообщества. Да, я уже, то есть между языками. И здесь я предполагаю пользоваться, ссылаться на список, о котором здесь уже шла речь, список Билла, который называется «Потенциальные, возможные или вероятные predatory», переводится как «хищнические», да? Ну, не совсем понятно, все ли они хищнические. Журналы открытого, журналы и издатели открытого доступа. Будем пользоваться взглядом Билла на эти журналы как взгляд международного сообщества. С другой стороны, у нас может быть какой-то совсем другой взгляд. Откуда мы вообще узнаем о журналах? Мы как исследователи. Мы можем узнать о новом журнале, неизвестном нам ранее, через поиск литературы. Мы можем узнать, когда ищем какой-то журнал в онлайне. Или мы можем получить электронные письма от этого журнала. Нас могут пригласить в качестве автора, в качестве рецензента или в качестве члена editorial board, да, редакционной коллегии. Ну, давайте посмотрим, что при этом будет происходить. Если нас приглашают принять участие в работе журнала в качестве члена редакционной коллегии, то мы обычно видим, ну, если опять используем ту же модель острова, какие-то красивые пляжи, все замечательно, вроде бы. Если нас приглашают прорецензировать какую-то статью, у нас может появиться уже какое-то другое видение журнала. Мы можем видеть и красивые, и более каменистые берега этого острова. Если нас приглашают подать нашу замечательную статью в этот журнал, то может оказаться, что вначале вроде бы все красиво, и мы подплываем к красивому берегу, но потом можем столкнуться со скалами. Некоторые примеры. Да, давайте сначала поговорим о том, что же, собственно, могут представлять собой научные журналы вообще. Здесь много уже говорилось, постараюсь не повторяться. Прежде всего, мы можем все журналы разделить на те, которые относятся к журналам высокого качества и низкого качества. Что такое журналы высокого качества? Многое упоминалось, многое говорилось о технических критериях, которыми отличаются журналы. Наличие ISSN, наличие веб-сайта, наличие Digital Object Identifiers.
Все это верно, но хочу обратить внимание на что-то еще. Для чего вообще существуют научные журналы? Они существуют именно для того, что присутствует в названии нашей сегодняшней конференции, для научной коммуникации, для того, чтобы обсуждать научные идеи. Какие, собственно, функции выполняет журнал? Он рассматривает результаты проведенных исследований и решает, является ли представленная в рукописи работа действительно научной. Это делают рецензенты вместе с редакторами. То есть журнал решает, можно ли причислить проведенную работу к научным. И далее выполняет функцию как бы регистрации этой работы. Если работа появилась в научном журнале и далее в базах научных журналов, научных статей, то ее вроде бы причислили к тем, которые могут считаться научными. И далее журнал предоставляет форум для обсуждения этих научных работ. Вот важно, чтобы в журнале, в хорошем журнале, вот это происходило. Чтобы действительно туда попадали те работы, которые продвигают науку. А что такое наука? Это приобретение нового знания. Да? Каждая конкретная статья, она дает новое знание или нет? И это должны оценить рецензенты и редакторы вместе. Хочу просто обратить внимание на это. Кроме того, что журналы могут быть хорошего или плохого качества, они могут быть доступными нам по стоимости или слишком дорогими. И вот в этом пространстве координат, хотя их может быть, наверное, больше, могут быть журналы высокого качества и доступные нам по цене высокого качества, но дорогие для нас. Журналы могут быть плохого качества, но дешевые, да? И журналы могут быть плохого качества и дорогие. Все варианты возможны. Ну что, нам, конечно, всегда вот будет больше нравиться вот эта часть, чтобы журнал был хорошего качества и доступный нам финансово. К сожалению, часто, вот когда мы говорим о неприятностях некоторых украинских исследователей, они попадают вот сюда, да? Вот сюда. Ну, а если они хотят как-то сэкономить, могут вот сюда попасть. Мы говорим именно в первую очередь о журналах низкого качества. Какой самый частый пример? Как кто-то из исследователей, работающих в вашем университете, получает приглашение. Пришлите нам, вот, пожалуйста, вашу замечательную статью, мы очень хотим ее опубликовать. Просто одно из писем в моей почте, их там огромное количество, некоторые из них я хочу вам показать в качестве кейсов. Вот здесь я пометила, на что стоит обратить внимание в этом письме. Это стандартное письмо, в которое автоматически какое-то программное средство должно включать информацию. Да? Вот здесь вот должно было быть мое имя. Да? Видите, здесь только запятая. Что-то у них не сработало. Дальше. I came across your paper on, и вот здесь вот пробел. Да? Вот здесь вот должно было быть название статьи или о чем была статья. Забыли включить. Да? Дальше. Они хотят, чтобы я подала им вот в этот журнал Internal Medicine Review. Проблема в том, что я ничего не делаю в области болезней внутренних органов, да? Internal Medicine. Я не работаю в этой области, но они меня все равно приглашают в этот журнал. Ну, еще на что стоит обращать внимание в таких письмах, да? Видите, вот тут вот слово с перепутанными буквами. Обычно бывают какие-нибудь орфографические ошибки. Типичное письмо, их приходит много. Важно, чтобы исследователи понимали, что, как относиться к этим письмам. Я начинаю искать, есть ли такой журнал Internal Medicine Review. Оказывается, что на эти
ключевые слова находятся всякие системы лицензирования специалистов в области внутренних болезней, то, что в Советском Союзе терапия называлась, да? Вот, но этого журнала совершенно нет. Дальше добавляю вот сюда слово journal, да, journal. Вот, и как-то тут вот что-то находится, но не совсем то, не совсем то. И вот Омикс такой издатель тоже с плохой репутацией. Дальше, если мы посмотрим в уже упоминавшемся, на упоминавшемся сайте список журналов с дурной репутацией, то мы здесь вот этот журнал обнаруживаем. Очень хороший инструмент для того, чтобы проверять все подобные приглашения. Далее, через уже сайт Билла, через блог Билла, заходим на сайт журнала и смотрим, каких же денег они хотят от нас, да? И обнаруживаем, что если платят учреждения, они хотят $3000 за публикацию такой статьи, а если платят человек индивидуально, то это будет $1250. Ну, в общем, соответствует критериям хищнических журналов, да? Следующий пример. Нет, это не пример. Я хочу сейчас показать вам, из каких критериев исходит автор вот этого списка при включении издателей и отдельных журналов вот в этот список. На 6 страницах список критериев, который пересматривается буквально несколько недель назад. Я видела немножко в другом формате эти критерии. Значит, из чего здесь исходит Джеффри Билл, когда и его коллеги, когда они формулируют эти критерии? Исходит из критериев, предлагаемых комитетом по публикационной этике, и двух документов, предложенных этим комитетом для издателей и вот принципы прозрачности и практики при научных публикациях. Что мы здесь читаем? Откуда берется информация? Посмотрите, пожалуйста, back channel, feedback from scholarly authors. То есть собирается информация в том числе и вот от таких исследователей, которые, как я, получают подобные письма. Да? Чем характеризуются обычно подобные издатели? Ну, может быть, два слова о том, почему эта проблема вообще возникла. Конечно, она была запущена движением открытого доступа. Да? После того, как большая часть журналов стала переключаться на открытый доступ, некоторым активным в бизнесе людям показалось, что это легкий способ зарабатывать деньги. Вроде бы все просто, что там в журналах происходит, можно сразу много денег получать с авторов или их университетов. И они стали запускать, в том числе, вот как здесь обозначено, флоты научных журналов. Но есть и отдельные журналы. Давайте посмотрим о том, как выглядят эти флоты вновь запущенных журналов открытого доступа. В качестве примера я хочу предложить вам посмотреть вот на такой журнал, который недавно начал мне слать много писем, он называется Inside Medical Publishing. Посмотрите, пожалуйста, какие у них есть журналы, тут, пожалуйста, и про ветеринарную науку, и про химию, и уход, и здравоохранение, иммунология, микробиология, математика, все что угодно. Из моего опыта рецензента. Значит, вот кусок моей переписки с этим издателем.
Началось дело, вот видите, в конце ноября прошлого года. Они меня пригласили прорецензировать вот такую статью, которая называлась «How could we start to develop indicators for evidence-informed policy making in public health and health promotion?» Статья была от автора в Дании. Вопрос довольно сложный, но, в принципе, он как-то имеет отношение к тому, в чем я, если не провожу исследование, то, по крайней мере, преподавала эти вопросы студентам, и я стала разбираться с этой статьей, предварительно согласившись, вот, видите, да, кому там сзади плохо видно, подсаживайтесь ближе, у меня, к сожалению, много маленьких буквок в презентации. И, значит, это было, они меня пригласили 30 ноября. Я активно работаю с этой статьей, поднимаю литературу, на которую ссылаются авторы и так далее. В этот же день, тоже 30 ноября, они меня приглашают прорецензировать другую статью. «Sexual behavior in Nigerian context and vulnerability to cervical cancer». Ну, я немножко удивляюсь, но соглашаюсь, потому что до сих пор я никогда не отказывалась рецензировать статьи из научных журналов, из соображений солидарности. Далее, через 3 дня, они предлагают рецензировать еще что-то. Critical Care Specialists. Что-то про это. Но это уже совсем не мое. И я впервые отказываюсь рецензировать. Но они предлагают что-то рецензировать про опухоли мозга у детей. Вот, ну, то есть это просто типичное поведение вот такого рода издателей, да, поэтому я подробно рассказываю о своем удивлении. Потом они предлагают что-то рецензировать про health disparities, это вроде бы тоже мое, я соглашаюсь. После этого что-то про бактериальные профили и сепсис, потом что-то про воспаление кишечника, да. Вот, я уже перестаю соглашаться или отказываться, вот, продолжают слать, вот, и у них есть, оказывается, такая форма, если ни на что не отвечаешь, они через какое-то время присылают письмо, your services are no longer required, и так далее, да, вот они опять продолжают что-то присылать. Самое неприятное было по поводу вот той самой первой статьи. Я вам уже рассказала, что рецензия была непростой, но я тщательно работала. И, наконец, в тот день, который был обозначен как последний, когда я должна представить рецензию, я захожу на... Когда у меня рецензия уже готова, я захожу на сайт Editorial Manager, у них там есть какой-то... И обнаруживаю, что, оказывается, мне уже некуда сообщить мою рецензию, да? Ее никто не ждет. Ну, это первый раз в моей практике. Я пытаюсь как-то ответить на то письмо редактору. Оказывается, письмо не имеет вообще обратного адреса редактора, потому что письмо отправлено от электронной системы Editorial Manager. Но, к счастью, статья была не анонимная, там были все имена авторов, был адрес corresponding author, это, ну, какая-то там молодая дама, она написала мне потом, что она maternity leave имеет в данный момент из Дании. Я послала свою рецензию, ну не пропадать же в работе. Вот такие наблюдения, как это все функционирует. То есть некуда даже ответить. Они мне продолжают еще почти каждый день что-нибудь присылать, что я опять что-то должна прорецензировать, там про совершенно какие-то вещи, о которых я не имею никакого представления. Так может выглядеть переписка с... Что-то как-то тормозит очень компьютер, да? Смотрим дальше на критерии. Вот на тех 6 страничках, вот здесь, да, видите, есть раздел специальный, который касается того, как выглядят
редакторы и персонал данного журнала. Хочу обратить ваше внимание на некоторые детали. На сайте не указан, кто конкретно является редактором. Там не указано. Или если указано, кто является редактором, то нет информации о его академических достижениях. По этому поводу хочу вам показать несколько примеров журналов, с которыми мне приходилось общаться. Ну вот какие-то журналы, которые меня приглашали в редакционную коллегию. Вот три письма от одного и того же издателя по поводу трех разных журналов. Значит, первое письмо пришло 10 октября прошлого года. Они меня пригласили в журнал «Гинекология и акушерство». Да? Вот, видите, здесь вот никакого имени редактора нет. Да? Просто вот мы ваши и так далее. Editorial Office. Через три дня, кажется, да, 13 октября, тут на предыдущее письмо я написала, да, спасибо, конечно, но я как бы не в акушерстве, не в гинекологии, не являюсь специалистом, поэтому не могу принять ваше приглашение. Через три дня они меня приглашают аналогичным образом в журнал «Педиатрия». Да? Опять, ничего нет про редактора, непонятно, от кого это прислано. Ну, вот еще в январе пригласили в гастроэнтерологию. Да, видите, все одинаковые письма. Хорошо, что я их не успела удалить, теперь могу вам показывать. Заходим на сайт журнала. Сайт красивый, замечательный. Вот это вот все, видите, в картинках, все движется, все перемещается. Видите, здесь опять флот из журналов у этого издателя, как мы с вами уже видели на предыдущем примере. Ну вот, много всего. Давайте посмотрим вот на первый из тех журналов, которые меня пригласили, про акушерство и гинекологию. Вот такое было, такая вот страничка, веб-страничку этого журнала. И вот здесь вот мы с вами про редакторов говорим, да. Вот видите, есть электронный адрес вроде бы редактора, но ничего нет о том, кто же является этим редактором. Да, вот такие анонимные редакторы, очень характерны. То же самое с журналом «Педиатрия», о котором я вам говорила. Если мы смотрим дальше, ищем, написано ли что-нибудь о ценах, то мы здесь узнаем, что с нас хотят получить $300, ну, не очень много по сравнению с предыдущим журналом. И еще узнаем, что для авторов из И вот какая-то особенная цена, и таким образом мы узнаем, что этот издатель живет в Индии. И этого издателя, да, вот помните у нас вот здесь, вот, да, обратили внимание, Academicians Research Center, вот, и мы его, конечно же, обнаруживаем в списке Джек Ревью, Academicians Research Center. Кстати, в этом списке нужно искать тщательно. У меня несколько раз было такое, что я ищу и не нахожу. Да? Надо поискать и в списке издателей, и в списке отдельных журналов, поискать и по ключевым словам, и по всему списку. И часто бывает такое, что находится, хотя и не сразу. Еще пример из приглашений в editorial редакционную коллегию. Austin Public Health, ну, в общем, все то же самое. Здесь лучше то, что уже какой-то человек подписался, и я потом искала, он вроде бы действительно существует. Здесь тоже, понимаете, все может выглядеть очень пристойно. Здесь есть editorial board, видите, да? Есть реальные люди, некоторых я поискала, они нашлись, у них есть публикации, все похоже на правду. Вот. Об этом издателе я узнала из бюллетеня Джеффри Билла, и буквально через три дня после этого бюллетеня, очень полезно читать, мне пришло вот то письмо, которое я вам показала. Дальше. Что еще мы видим из этого? Так. Ага. Про
продолжаем про редакторов. Мне хотелось вам показать, чем отличаются хорошие журналы. Что там бывает про редактора? Ну вот приглашение подать статью. Вот такая моя переписка. Меня приглашают прислать статью в какой-то журнал International Journal of Clinical Biostatistics and Biometrics. Biometrics, извините. Здесь есть, видите, кто-то подписался. Все выглядело пристойно. Я их спросила о чем-то, да, ну вот, типа, я могу что-то поискать, у меня, в принципе, что-то, наверное, есть для вашего журнала, но правильно ли я понимаю, что вы меня приглашаете бесплатно опубликовать статью? Ну, вот они мне отвечают, нет, вы нас неправильно поняли, вам нужно заплатить $956 за публикацию вашей статьи, ну, так уж и быть, минус 30%. Вот. Видите, они пристойны. Здесь вот они мое имя нормально вписали, да, в отличие от тех предыдущих. То есть эти журналы могут быть разного уровня. Смотрим дальше. Ищу их веб-сайт. И видите, здесь отличается страничка, да. Вот здесь вот есть какая-то физиономия редактора. Написано, что он editor-in-chief, да, главный редактор. Написано, кто такой. Я начинаю его искать. Ну, сначала мне показалось, честно говоря, что он придуманный, потому что я нашла в Google Scholar, что есть человек с таким именем, но последняя публикация 2004 года, и даже нашла ссылку на некролог человека с таким именем. Но потом вот он все-таки, опять-таки, нужно искать старательно, да, не сразу приходить к выводам. Потом этот человек нашелся в ResearchGate, и все-таки вот у него даже есть публикация какого-то 13-го года, то есть вполне живой, и вроде бы все пока пристойно, да. Но тем не менее мы опять-таки этого издателя, мы находим издатель CleanMed International Library в списке Джеффри Билла. Вот этого издателя, видите, мы находим в списке. То есть не просто все, да? Кроме всего прочего, нужно иметь в виду, я прихожу к такому вот выводу из моих личных наблюдений, что может так быть, что журнал и редактор нормальный, они хотят все делать как правильно, но они работают с некоторым издателем, который попадает на каких-то основаниях в список вот этих хищнических издателей. Я примерно понимаю, как это может происходить. Ну, вот Татьяна сказала, что я являюсь редактором журнала. Мы журнал запустили в 2011 году. В 2013 году нас пытались купить пара издателей. Я предполагаю, что если бы мы тогда согласились, то мы могли бы оказаться вот в такой подобной ситуации, что мы хотим как правильно, а издатель хочет на нас зарабатывать деньги. Это вполне может быть. Возможно, что вот этот журнал именно такой, не исключено. Смотрим дальше. Дальше. В этом списке критериев, у меня еще есть время или я уже перерасходовала? Уже давно кончилось, да? У меня на самом деле еще довольно много материала, ну, решайте. Я могу остановиться в любой момент, скажите, в общем. Ну, не знаю, да. Тут пока, конечно. Дальше вот есть кусок, который касается поведения издателя, да? Помните, мы с вами поговорили о редакторах и издателях. Здесь Джеффри Билл упоминает, что нет недостаточно прозрачности в том, как осуществляется работа издателя. И вот это мне хочется проиллюстрировать. Понимаете, не все из того, что здесь перечислено, мы можем руками проверить. Да? Что-то можно увидеть только через несколько лет. Хочу обратить ваше внимание, на что вы можете обращать внимание ваших исследователей, с которыми вы работаете, чтобы они не попадались в вот такие сложные ситуации. То есть, если у издателя не предусмотрены правила, каким образом
они архивируют контент своего журнала. Это может быть характерно для вот этих низкокачественных журналов. Опять пример, приглашение опубликовать что-то. Ну вот такой вот журнал, я на него не смотрела внимательно. Сейчас посмотрела, чтобы вам показать. Тоже что-то про педиатрию, это не мое, видите, имя они тоже пишут как-то непонятно как. Про педиатрию смотрим дальше, вот они считают меня экспертом в педиатрии, каковым я не являюсь. Но дальше вроде бы все пристойно, потому что они ожидают помощи в том, чтобы их журнал продвигался в базы и был зарегистрирован. Но дальше мы обнаруживаем этого издателя в списке Джеффри Билла. И давайте посмотрим. Я просто открыла вот какой-то том за 2015 год. И вот выбрала любую статью, что-то по поводу шестимесячных пациентов. И я начинаю искать эту статью. Да? Я ее начинаю искать сначала в Google Scholar. Посмотрите, пожалуйста. Вот все, что нашлось по этим ключевым словам, этой статьи Google Scholar не нашел вообще. Да? О чем это нам говорит? Если мы ищем в Google, просто в Google, не Scholar, то находим эту статью только в одном месте на сайте этого журнала. Да? Это иллюстрация того, что контент данного журнала может исчезнуть, как только перестанет работать его сервер. Да? Отключили электроэнергию на этом сервере, и все. И больше никто никогда эту статью не найдет. Это тоже один из признаков таких журналов. Ну вот просто для примера, да, вы видите, что какой-то совсем другой журнал, вот он, во-первых, и в наукометрических базах присутствует, и на ResearchGate выкладывает свой контент, и в ProQuest присутствует, да, ProQuest один из... Пані Тетяно, я дуже перепрошую, та скористаюся правом модератора і таке вас перерву.